Привет, друзья, я Фиксай, добро пожаловать обратно в Майнкрафт со всеми модами, но все крафты рандомны. Это уже 15-я часть нашего путешествия. Господи, 15-я, как так быстро летит время? Стоп, а что это за сзади дроп такой странный? Прошлый день еще не закончился, прошло 5 часов, а мы набрали уже с вами 90 тысяч лайков. Цель к 200 тысячам лайков все еще в силе, мы надеемся, что сможем набрать. Но пока мы набираем 200 тысяч лайков под прошлой серией, давайте под это наберем 100 тысяч. Спасибо огромное за вашу поддержку, друзья. А также, пожалуйста, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые серии. Ведь я вас хочу порадовать, до конца этой недели будет выходить рандомный крафт. Именно так, до понедельника будет выходить рандомный крафт каждый день. А также кликайте по подсказке справа, если до сих пор не смотрели прошлой серии. Ну а мы начинаем. В данный момент я нахожусь в очень странной деревне, и посмотрите, здесь повсюду какой-то странный дроп. Он везде, он валяется, мне нужны срочно сундуки. Есть где-нибудь здесь? А, вот, я вижу бэкпак. Так, давайте смотрите, что сделаем. Возьмем этот бэкпак, откроем его, сложим все вещи, которые здесь находится, и подбираем, посмотрим, что нам здесь попадало вообще. Так, какой-то трезубец, еще одно портальное устройство, снеговик. Откуда весь этот дроп? Я не понимаю, это аж с неба посыпалось. Я вот-вот только зашел в этот мир, и здесь повсюду очень много дропа. Надеюсь, попадало что-то очень-очень жесткое. О, там еще на крыше что-то, когда я приветствовался, я это видел. Так, залезаем, смотрим. Боже мой, как много вещей различных. И тут еще, что вообще, откуда, как? Мобзилла, скелл, какой-то нагрудник, мотыга на эффективность 2, какие-то самолеты, вертолеты, кирки, пустой подарок. А, спасибо, полезно. Унитаз! А, мне выпал унитаз! Ю-ху! Очистите себя! Так. Что-то не получается. Но я на унитазе, круто. Опачки, а это какой-то посох. И... Да, он работает, и у нас тратится даже дум. Слева сверху, смотрите, у меня сейчас, например, 99, я использую, у меня 96. Так, и что эта штука вообще делает? Она наносит урон? Да, и в принципе достаточно неплохой. Наконец-то у нас есть стреляющее оружие. Призывать существо Ацелот, Аски Слизень и... Я думал, что это Винни-Пух, но это Баринух какой-то. Ну давайте заспавним и... А! Что это? А, это какой-то динозавр. Зачем я его заспавнил? Давайте его, получается, попьем этим посохом. Не знаю, насколько нам это хватит, но... Я не знаю, куда он пропал, ну да ладно. Легендарная урна. Так, я не знаю, что она делает, но мы ее сейчас поставим и... О, господи, ну ее нафиг, эту урну. Потом с этим всем разберемся. О, какое-то пальто ведьмы. И как я выгляжу? Прям как ведьма. Защита от оборотней. Питомец Гудолит. Находит различные руды и... Ну да, походу, находит. Окей, предлагаю вот что сделать. Переложить все эти ненужные, бесполезные вещи куда-нибудь в другой бэкпак. Отложим его куда-нибудь подальше, возьмем наш бэкпак и заберем все необходимые вещи основные. Это, естественно, джетпак, портальная пушка, еда, другая еда, еще еда, меч, кирка, топор. Ну, вроде бы больше дропа здесь нету никакого. Если я не ошибаюсь, я вроде бы, да, ничего не вижу, либо он уже пропал, либо... Откуда он вообще мог взяться? Я не знаю, может быть, я какого-то босса случайно убил, либо он с Годзиллы выпал, хотя Годзиллы здесь нету. И слава богу, что Годзилла находится очень-очень далеко отсюда. И знаете, что меня больше всего интересует? Это вот это странное дерево. А почему оно растет так высоко? О, еще какая-то штука. Балахон некроманта. Держите нечисть на расстоянии. Ладно, наденем. Так, как мне забраться к этому дереву? Отлично. Что это такое? А, это рябина из мода Витчери. Если есть рябина, значит где-то есть оборотни. Скорее всего. Давайте попробуем срубить. Ой, а чему бы и нет? Срубаем и... Что из него крафтится? Кофин? Это гроб? Нет, вы слышите эту музыку? Вы слышите... А, все, выключай, а то сейчас придут тут челики танцевать. О, нет, погодите, это что, они? Да не, ну их! Итак, друзья, чем же мы сегодня займемся? А все очень просто. Мы с вами сегодня будем крафтить, наконец-таки, броню бога. Да, та самая, кусок, который мы скрафтили в прошлых частях. На тот момент мы с вами скрафтили только ботинки, ведь крафтятся они очень просто. Нужны всего лишь изумруды и палки. Крафт топора изумрудного. К сожалению, когда я наткнулся на гигантского пакмана, он меня убил, вещи пропали некоторые, и эта штука тоже у меня пропала. Поэтому нам прямо сейчас надо будет сделать верстак. Так, дерево у меня, по идее, есть, да? Походу, нет. Нету у меня дерева, окей. Тогда добудем, ничего сложного. Крафтим верстак. Ставим верстак. Точнее, я его еще не поставил, но теперь ставим верстак. Делаем палки и делаем ботинки. Отлично, первая часть брони у нас есть. Надеваем, у нас очень много становится хп. Мы бегаем, прыгаем, круто. Теперь следующее, что нам нужно будет скрафтить, это, наверное, нагрудник. Нагрудник крафтится достаточно очень просто. Нам нужна миска, картофель, морковь,
морковь, а также сырое крабье мясо. Из мода Welcome to the Jungle, то есть те крабы, которые мы с вами видели, это не из этого мода. Блин, мне придется искать этих крабов. Стоп, а как делается миска? А, все, довольно-таки просто. Я ее прямо сейчас и могу скрафтить, да, если не ошибаюсь? Так, 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 и да, миска есть. Теперь картошка. Картошка где-то была на грядке. Либо заказать из Беларуси можно, можно не заказывать. Морковка у нас уже есть, тем более. Это у нас что такое? Джинджер какой-то. Джинджер мне напоминает из какого-то мультика. Ужасный был мультик, друзья, лучше не смотрите. Все, отлично, картошка у нас есть. Осталось только крабье мясо. Но, помимо основной брони, у нас также есть различные амулеты. И этот амулет крадется чрезвычайно легко, вы посмотрите. Нам всего лишь нужны еловые доски. Доски у меня есть, причем вот смотрите. Мы можем спокойно добыть, но нам еще нужны полублоки. А полублоки никак не крафтятся, если не ошибаюсь. Они чрезвычайно тяжело крафтятся. Здесь нужны какие-то пластины непонятные, еще что-то странное. Привет, пластины, спасибо огромное, то, что вы здесь находитесь. Сейчас мы вас добудем. Нам нужно, как я понимаю, 3 штуки. И 3 штуки готово. Теперь осталось добыть вот эти вот еловые доски. Начинаем крафтить. 1, 2 и 3. Да, амулет есть. И никакой ачивки. Наденем. И что произошло? Стоп, что происходит? Слева сверху я вижу то, что у меня на мне теперь есть какой-то странный амулет. А, вот, смотрите-ка. Да, он наделся. И что мне с ним делать теперь? Не знаю, честно. Может быть, мы теперь очень жесткие, у нас посох будет наносить очень много урона? Где он тут? Давайте проверим. Может, все-таки на дум? Бабочка, ну хоть кто-нибудь, подойдите ко мне, пожалуйста. Кстати говоря, кузница, я здесь был или нет? Опа, еще один Adventure Backpack. Вот, какой-то... И все. А, он исчез. Нет, он не исчез. Что-то очень мало урона наносит, если честно. Блин, очень странно. Написано то, что я единственный в этом мире. Фиговый амулет. Но неважно, нам прямо сейчас нужно найти крабье мясо. Получается, отправляемся на поиски. Опа, у нас же джекпак есть, то есть, как я мог забыть? Юху, полетели. Куда летим? А это что еще за местечко? Почему здесь все взорвано? Но, тем не менее, есть изумрудики, спасибо за них. Опачки, еще одна база, посмотрим, что в ней находится. Давайте я как-нибудь пройду все-таки, да, вы не против? Вот так я вот блоки вынесу. А, это еще что такое? Как же хорошо иметь портальную пушку. Серьезно, и все, здесь больше ничего нету? А если наверх подняться, допустим? Вот и непонятно, для чего это тогда надо? Опачки, 2 лаки-блока, это отличная лотерея. Мне написали в комментариях, что если ты видишь лаки-блок, находящийся на адском камне, значит этот лаки-блок ужасный. А если на вот таком вот красивом, беленьком, рядом с морем, то все прекрасно, специально можно ломать и проверяем. Да, выпали какие-то штаны. И это у нас штаны опыта на защиту 2 и взрывоустойчивость. Отлично, спасибо, очень приятно. Где же найти крабье мясо? Опачки, еще одно кладбище. И опять этот тупой скрежет. Что здесь? Еки. Рот лягушки, шлем салвации. А, замечательно. И что мне с этого делать? Опа, еще один лаки-блок. Ха-ха! Вау, стол зачарования. Мы можем что-нибудь зачаровать, но, скорее всего, давайте не будем. Хотя, не, не будем, не будем. Это 1.7.10, здесь ничего хорошего не получится. А это что, еще один лаки-блок? Да, смотрите-ка. Вау, что их так много здесь? Посмотрите, это бесконечный дроп различных вещей. Спасибо. Вау, как много всего подропалось. Так, это наш ненужный бэкпак, да, ненужных вещей. А, у нас же еще один есть, точно. Пока я тут путешествовал, во-первых, у меня закончился практически ранец. У меня 340 этих МБ, и слава богу, я нашел огромную базу из этого мода, которая, по идее, должна нам дать те самые заправки нашего джетпака. Сейчас ночь, какой-то очень странный разрушенный дом, коровы, точнее, ходячие штаны, смотри, как ходят, смотри. Давайте поднимемся с вами наверх и посмотрим, что здесь есть вообще такого интересного в сундуках. Мне бы разобраться с этим модом, как-нибудь и понять, как вообще пользоваться этими ракетами и так далее. Да, как я и говорил, вот они те самые заправки. У меня чрезвычайно сильно забит инвентарь. Как же много бесполезных всяких различных вещей у меня здесь находится. Шикарно, как же здесь много топлива. Этого нам 100% должно хватить. Все, заправляемся до конца, 6000. Причем он, кстати говоря, ломается, это очень плохо. Еще у меня есть один вопрос. Куда пропала моя рука? Ее нету, смотрите, моей руки нету. Помимо этого, мне в комментариях написали, что фиксай, ты пропустил стенлангет. Слиток, при помощи которого ты сможешь сделать одну из топовой брони. Чтобы скрафтить вот этот танкерстен, нужно будет найти вот такую вот руду. Ну, думаю, в этом ничего сложного нету. Один раз в шахту сходим и все. Поэтому забираем все это добро. А может быть, можно что-то еще скрафтить из этого. Опа, брейкпак. Но это, скорее всего, очень-очень слабый джетпак. А крафтится-то он достаточно просто, намного проще, чем прошлый. Но больше ничего интересного я здесь не вижу. Хотя, можем сделать палочки для суши из стали. Из стали. Палочки для суши. И какое-то голубое яблоко. Есть, которое мы, естественно, не будем. Окей, а что у нас находится наверху? Мне там прям даже что-то интересно стало. Это гигантская вышка, которой ничего нету, просто для красоты созданная. А здесь, в самой башне, тоже ничего нету. Ладно, нам нужно искать крабов, поэтому я отправляюсь дальше. Так, стоп, друзья, я один это слышу. Вот, прислушайтесь.
Как будто кто-то ходит и такой склизкий очень. И как будто своими клешнями. О, вот сейчас я, по-моему, попробовал ударить его, нет? Неужели это крабы, но они невидимые? Потому что я их не вижу, где они находятся? О, господи, еще один огромный комар, уйди отсюда. Вот они 100% где-то здесь. Стой, погодите, вы смотрите, кто-то умирает. Кто-то 100% умирает. А, тихо, ты только не, я тебя не ударял, Может быть здесь? Или здесь? Где? 100% кто-то умирает. Пожалуйста, да уйди сюда, не подлетай даже ко мне. Где? Что это? Это же крабы, да, наверное, 100%. Кто это еще может быть? Почему я их только не вижу, я не понимаю. И почему так долго? У них что, очень много хп? Даже если это они, то почему я не попадаю по ним? Ладно, придется подождать этого момента, когда там, не знаю, что-то произойдет. Надеюсь, что это они. Другого выхода-то и нету. Да улети ты отсюда, ты мне вообще мешаешь. А может быть, это крабы его бьют? Смотрите, по 5 урона до сих пор. И он тоже их не видит. Рыба? Откуда рыба? Подождите, что это? Да, это оно? Да, сырое мясо. Господи, слава богу. Все, улетаем отсюда. Как теперь, я не знаю. Тихо. Улетай. Сейчас мы его убьем. 100%. Осталось. У него 150 хп. Сможем. Хорошо, он не попадает по нам. Крабы, помогайте. Мы это сделали. Отлично. Я не понимаю, что здесь происходит, но нам повезло, и нам все-таки выпало это. 10 урона? Невероятно. Отлично, мы теперь с вами сможем скрафтить вот такую вот броню. Но опять-таки, нет, верстак нам не нужен. Нам нужно морковка. Затем берем картошку, а также миску. Ну и все, поехали крафтить. Мясо, морковка, картофель и миска. Да. Господи, посмотрите, какие же мы теперь жесткие. Что это нам дает? Ничего. Погодите-ка. Может быть, мне просто не повезло? Но она почему-то не зачарованная. Может быть, нужно собрать полный сет? Опа, еще одно мясо. Ладно, окей, теперь нам осталось спуститься в шахту и найти специальную руду под названием тангенстен. Я, по идее, такую где-то один раз хоть-то и встречал. Поэтому отправляемся в шахту. Руду я успешно нашел и пока спускался, нашел очень много разной руды. Например, что это такое? Surprise Ore, Surprise Eggs. Так, это получается какой-то подарок-сюрприз. И что? Ем подарок. Из него ничего не крафтится. И сам он просто добывается. Ну ладно. Жаль, что у нас нету кирки на Что это так много ачивок? Ну прямо очень много. А есть ли у меня кирка на шелковое касание? Пожалуйста, скажите, что есть. Проверим все бэкпаки. Нету. Какая-то кирка все-таки есть на 10 урона. И она... Нет, она не автопереплавляет. Вообще не знаю, зачем она нужна. Надеваем обратно джетпак и возвращаемся наружу. Погодите-ка. Вот, во-во-во, смотрите. Теперь у меня почему-то броня зачаровалась. И она какая-то, наверное, очень жесткая. Да, я могу летать. Или еще там что-то делать? Нет, по идее, не могу, но да ладно. В любом случае, мы практически с вами полностью защищены. О, господи, друзья, смотрите, я нашел алмазы. Давайте, я сейчас их добуду, секундочку. Ладно, пошутил, это просто из мода респаун на троллинг. Будьте опять червячки. Смотрите, какие, нашел. Где вы? Вот они, червячки, которые меня бьют. Да ну вас. С вами как с человеком, а вы как? Яблочные коровы. Погодите-ка, я уже две серии пытаюсь что-то скрафтить, и мне для этого нужно яблоко. Ты куда его толкаешь? Ты что? А что? Что я хотел скрафтить такого необычного? Давайте напишем яблоко. Есть червивое яблоко, прикольно. Что я хотел такое скрафтить? Я уже не помню, Человек-паук? А, я хотел скрафтить этот меч, но я его уже скрафтил, поэтому ладно. Опачки, что за воины? Еще и дождь пошел, ненавижу дождь! О, господи. Я один это вижу. Это было сейчас так страшно. Этот зомби смотрел прямо ровно на меня. И у него еще такая очень страшная маска. Так, чел, ты кто такой вообще? Ты меня, пожалуйста, не пугай. Что происходит? Почему экран опять темнеет? Ну, все, я улетаю, я понял. Я больше туда не вернусь. Все, напугали так напугали, отлично. У меня нету печки. Нужно вернуться в деревню, чтобы скрафтить печку. Гигантская сушина с очками. И червячки танцуют. Йоху, поехали танцевать. Слушайте, я бы такую сушину не ел, потому что она червивая. Ну ее вообще. Ладненько, отправляемся в деревню. Ничего себе, вернулся в деревню. Как же я сейчас испугался, он прямо возник из ниоткуда. Годзилла. Как я здесь оказался, я же нахожусь очень-очень далеко. Что это за место? Подождите, я здесь был уже? А, да, я здесь был. Как я мог вернуться обратно-то? Офигеть, вот они, те самые сундуки. Да, я все помню. И Годзилла, он не пропал, он все-таки остался. Что ты сделал с... Тихо! Ты чё кричишь? Я его даже не вижу. Где он? Хорошая годзилка. Хороший мальчик. Ты, пожалуйста, будь аккуратней. Молодец. Какой? Вот я вот так приземлюсь. Вот сюда вот аккуратненько посмотрю, что здесь алмаз. Питомец корова. Все, улетаю, понял. Годзилла, до свидания. Увидимся в следующей части. Не надо с тобой больше там дружить. Ух, это было очень страшно. Вот давай это с тобой лучше в басике покупаю с Girlfriend. Как твои дела? Нормально, да? Там есть еще годзилла, да, есть еще. Ну ладно, удачи тебе. О, нет, только не говорите, что он наступает на эту деревню. Пожалуйста, только не это. Мужики, если что, я не виноват, это не я его сюда.
сюда принес. Все, переплавляем наконец-таки эту руду. Как же долго я этого ждал. А сколько нам нужно? А, одна штука, серьезно, все. Просто положить один кусочек слиток и вот эта вот штука. Я вообще на русском разговариваю, интересно, или нет? Я просто еще от Годзиллы не отошел, вот вы сами слышите. И, друзья, у меня есть очень одна хорошая и очень одна плохая новость. Во-первых, мы с вами, да, смогли скрафтить этот шлем прекрасно, мы его надели, мы теперь похожи на какого-то бицепса. А вторая проблема, мы сами не можем скрафтить штаны. Я не знаю почему, я не знаю как, но мы не можем скрафтить. Я сейчас нажимаю, пытаюсь понять, как он крафтится, и ничего не получается. Это Майнкрафт с рандомным крафтом, но здесь даже может повести так, что предмет может полностью не крафтиться. Зато какой-то кокон статуя, он крафтится, а штаны нет, поэтому придется штаны вручную искать. Либо же выбивать с мобов, либо же надеюсь, что он нам выпадет, выпадет с неба. Ну да ладно, ничего страшного, мы все равно с вами практически полностью скрафтили полный сет бога. Посмотрите, как много у меня хп. Сейчас я отхилюсь и покажу вам. Две ячейки хп, господи, как же это много. Опа, чего? Что происходит? Я использовал гарден? Что? Я просто нажал на какую-то кнопку и что-то произошло. Сейчас ничего не происходит. Недостаточно дума. Это какая-то способность у моего амулета. Но что я именно сделал, я не знаю. Ничего не выпало, ничего нету в инвентаре, ну да ладно. Знаете, что я хочу проверить прямо сейчас? Вместе с этой броней подлететь к Годзилле и попробовать его ударить. Он нас убьет с первого удара или... Он уже рядом, он идет на эту деревню. Вот этот Годзилла. Быстрее надеваем эту штуку. Я понимаю, что у нас не полный сет брони бога, но в любом случае мне даже интересно подойти к нему и посмотреть, убьет он меня с одного выстрела или нет. Годзилла, я у твоих ног, привет. Он меня сваншотил просто. И как я понимаю, этой деревне конец. Нет, пожалуйста, не иди на эту деревню. Не нужно этого делать. Вот что? Что? Что мне надо сделать, чтобы от него избавиться? Он даже в сете бога. Ладно, возможно, если у нас будут штаны, то он нас не сможет пробивать. Но в любом случае, как нам выжить? Мне даже интересно, он пойдет на эту деревню или нет. Возьмем наш джетпак и подлетим к нему. Почему он начал умирать? Смотрите, смотрите, как он начал умирать. А, потому что он нас ударил и поджегся, походу. Нет, зачем ты развернул свои оглобли? Иди отсюда. Во-во-во. Да-да, он сместил. Смотрите, друзья, он сместил свое направление. Он сюда больше не будет идти. Я здесь, беги ко мне, мой мальчик. Беги, мой хороший, иди сюда. Нет, прямо на деревню идет. Да что ж мне делать, как мне спастись? Тупая ты, Годзилла, тупая твоя голова. Давайте встанем на это облако. Все, отлично, он уходит, прекрасно. Вот и правильно, иди отсюда. Иди там гуляй, путешествуй, я не знаю, в море. Надеюсь, ты там утонешь. Фух, друзья, в принципе, серия удалась. Серия была очень жесткой, мы с вами много чего увидели. Посмотрели опять эту Годзиллу, это было реально страшно. Почти что скрафтили с вами сет бога. Думаю, докрафтим его в следующей серии, которая выйдет завтра. Поэтому, друзья, пожалуйста, не забывайте подписываться, иначе просто упустите посмотреть вторую, следующую часть, которая завтра выйдет. Также не забывайте про 100 тысяч лайков, а для вас старался фиксаю. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Увидимся в следующей серии. Ю-ху!